Всем привет и добро пожаловать на мой канал, с вами Турбоёжик и Сусанин, здорово. Привет. Нашли мы такой дом, дверь у него деревянная и с помощью луков мы его рейдим. Давай, 10 хп осталось. Человек отгрохал вот такой дом, но, короче, на дверь не разорился. Сейчас покажу. На камне стоит, хотя толку от этого нету. Мы не знаем, что там внутри будет, но, может быть, рез какие-нибудь. Себе возьмем, конечно же. А может, еще одна дверь. Да, кстати, может быть. Добивай. Все? Опа! Сюрприз! С бомжатским замком, смотри. Вижу. Я с подсветкой. Да-да-да. Погнали. Вперед. Да, не зарядили. Здесь шкаф не действует. Да ладно, вижу. Вот с этой стороны. Вижу. Вот здесь действует, а там не действует. Можно поставить, наверное? Если дотянуться до фундамента, то, может быть, можно... Вот здесь вот можно рмунуть. Вот, я и говорил, побежал к дереву. Давай. По-быстрому. Так, нормально. Вот тебе и на камне дом, да? Да-да-да. Хорошо. Не ставьте, ребята, дома на камнях. Хорошо. На если нам, конечно, дадут его воткнуть. Хотя нет, если тут не дадут, чуть подальше воткнем. Ну, по-любому ты сейчас зарумуешь угол, вот этот вот. Ты рубишь, да? Да. Давай. Ну, какой хитрец. Сюда поставил деревянную, а сюда железную уже. Интересно, что нас ждет там. Сейчас посмотрим. А, ты назад уже бежишь? Да-да-да. Быстро, у нас ночь, я с подсветкой. Вдали чей-то домик горит. А помнишь, мы с тобой уже так выносили дом? Да-да-да-да-да-да-да. Попробуй воткнуть. Отлично. О! Ну чё, давай. Попробуй зарымовить. Посмотрим, вдруг у него там еще шкаф развалится, например. Да. Если нам очень повезет. Ну-ка, угол. Опа! Сейчас попробую туда залезть. О, а там уже проходик. Давай. Я внутри. Пошли сюда. Я вижу, я тоже здесь внутри. Надо подсадить. У него печки вон наверху. Где надо подсаживаться? Вот сюда вот. Я застрял. Нет, ты из-за меня застрял. Вот сюда вот встань, на угол. Да-да-да, стою. Вот так вот. Если я до тебя допрыгну. Я присяду, если что. Давай. Черт, стой. Давай еще. Вот. Давай. Давай. Черт, почти. Быть того не может, не. Почти. Вот так стою, папа, можешь так залезть? Давай. Подтолкни меня как-нибудь. Сейчас, погоди. Ага, ты подпрыгнул, да? Да, я подпрыгнул. Фига ты взлетел. Так, ящик. Ключ. Забрал ключ. Печки стоят, смотрю. Открой мне дверь. Точно. А, у него нету двери вниз, постой. Стоп, тут лут в печках двери. Есть. Забирай. Сейчас заберу. Дерево немножко. Это мало. Черт, мне подсветку бы выключить. Сульфа есть. 1267 непереплавленный. 243 переплавленный. Взял. Ууу, и тут непереплавленное железо. Так, сюда. Забрал. Иду наверх. Во, он наверху. Сейчас я подсветку выключу. Прям 5 сек. Все, норм. Так, что ты говоришь? Шкаф? Шкаф, да. А, нет пока. Сейчас до верха доползу. Погоди. Я наверху. Не вижу. Ну, шкаф у него, я понял, где стоит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть спальников у него. Вот чувак здесь лежит. А, ну, давай я тебя пущу. Ключ-то у меня есть. Не, у него же нет подъема на второй этаж, ты меня не пустишь. Как же он заходил? Лестницу ставил. Ты что сделал? Я ремонтнул его шкаф. Опа, стройка разрешена. Залази давай сюда. Да, я иду. Пошли. Сейчас мне только надо чуть-чуть деревца. У тебя деревца есть там наверху? Да. Скинь мне деревца вниз. Давай, на, лови. Может, стенку застроишь? А, шкаф все равно стоит. Тихо, упало вниз. Шкаф все равно снаружи стоит. Погоди, надо тогда шкаф с собой забирать. Давай. Слушай, ну ты меня классно подсадил. Слушай, это надо будет, кстати, эту тему проверить. Прям в унисон так подпрыгнули, хоп. Залази сюда. Там два ящика еще ехать, пока не лутал. Там все немножко по-другому было, нежели тебе кажется. Ты, короче, когда
приземлялся, я тебя... Я подпрыгнул в этот момент, и ты оттолкнулся от моей головы в воздухе. Нифига себе. Охренеть. Какая тема была. Закрывай. Да, сейчас, сейчас. Сюда лестницу и шкаф воткни тоже. Сейчас, сейчас, сейчас. Мне надо пленочку еще сделать. 1267 сульфы взял. Непереплавленный. 243 переплавленный. Вообще в лед, ничего не делая. Сейчас еще ящики посмотрим его. Там больше, наверху есть большие ящики. Ты добрый парень. Где тут лестница? Ну. Залази, пошли. Да, сейчас шкаф воткну, погоди. Давай. А, пойду нет, пока... у меня не, не сохранился. Ну ладно, не ставь его тогда. Да. Слава, П01. Слушай, он с наганом. Серьезный парень. А он у него наган еще внизу в этом в ящике лежит наган. Сейчас я заберу это все. Патроны вот есть. 36 спальников у Славы. Да. Еще наган. Ты пошмонал уже, да, ящики? Нет, я ящики не забирал, ничего посмотрел так визуально. О, 4000 деревца у нас здесь. 2 косаря камня. 55 жира. Поставил шкафчик я. 46 высокого, 157 ткани, 280 кожи. Немножко железа, топливо низкого качества. 90 пороха даже у Славы есть. Вот так Слава. Я забрал у Славы все спальники. Жрачка не нужна. 259. В смысле забрал? Ну, в прямом смысле ремувнул, они же в руки возвращаются. О, халява. Может этот дом вообще снести? Или ты хочешь разобрать его? Я вот занимаюсь уничтожением хаты Славы. Давай. Тебе револьвер нужен? На лови. Будешь отбиваться. На, и патронов тебе дам. Половину. И патронов на. А где патроны? Вот, скинул. Лови. Угу. Давай разберем этот домик. Слава, Слава, кто ж так строит? Кто ж строит на камне так, и бок свисает без шкафа? Вот я там. Ошибочка. Всего раздену до конца. Да, Славик. Слушай, давай я убивать его не буду, давай сделаем так, чтобы он очутился внизу, на камне. Не-не-не, так и сделаем, сейчас надо... То есть он туда постепенно будет спускаться? Так, шкаф я ремонтнул, сейчас делаю новый шкаф. Зря. Ну как он, я его сейчас обрушу, он разбился бы. Посмотрите, какой вид. Красиво, Сусанин. Ты глянь. Ну, Слава знает, какие места умирать. Слава знает тропинки волшебных полян. Все забрал из ящика, да? Да, все. Вот эта хрень нам не нужна, я повыкидывал. А ты из печки можешь забрать, если ремонтнуть? Конечно, могу. Чё он не падает? Эй, Славка. Так и пусть лежит, это в этом прикол. Я думал, он будет постепенно спускаться вниз и оскажется на камне. Он когда очнется с этой вышины и долбанется. Вот так вот зарядили без всего. Причем и лут у нас есть, правда небольшой. Но без затрат мы это все забрали. А тебе много дают? Вот ты ремовишь. Ну, у меня уже 6 косарей дерева. Ух ты. А хорошо. Это что это из воды? А, это сырое мясо торчит. Нога. Дверь ему мне. А, сломал. Развалил. Вон он, наверху. Погоди, и ввиду особых заслуг Славы... Отойди-ка. Отошел. Нельзя полностью? Не, на камне почему-то нельзя шипы поставить. Ты хочешь, чтобы он очнулся на шипы упал? Ну, вообще хотел. Разваливается. У тебя же ремов работает. Погоди. Выключи его, да, выключи точно. Его. Точно, точно. Вот не, так они, вот... просто не, они не ставятся на камне. Дело ну не ладно, не ставится, не ставь тогда. Не-не-не-не. Сейчас не, я тогда слуху сниму. Не надо. Не надо? А, вот поставил. Но он туда не попадет. Почему? Он не там. Надо сюда вот ставить, налево. И сюда вот. Эх, музычка. Как же я ее люблю. Выключи быстрее. Свою погремушку. Пошли. Хорош ты. Оставляй. Тебе надо на другую плитку ставить. Вот сюда вот. Да, вот сюда вот. И вот сюда вот. Ставь. Все, готово.
Погнали дальше. Вот так вот этот рейд у нас получился. Зарейдили. Без всего, без взрыва. Просто тупо. Подошли сюда, вот. Шкаф здесь не действовал. Мы уголок, бум. И все, готово. Сейчас мы дальше побежим и поищем еще такие дома. И попробуем их также зарейдить. Вперед. Он его улучшил. Кого? А он сейчас там этот улучшит. Пополам разделит дом. Да у него там и так металлическая дверь, мы ничего не сделаем. А, металлическая там? Ну конечно, по звуку он, видишь, он там металлическую внутри открыл. Я понял. Чё за хрень шумит? Чё он сказал? Меня, говорит, рейдят, прикольно. Угу. Что-то улучшает. Не знаю, чего там хочется. Слушай, он там что-то улучшил до камня. Да пусть улучшает. Мы все равно дальше до двери не пройдем, но ему нервы потрепать можно. Можно. 106. А если он сзади, рвануйте стену себе. Ты сразу револьвер хватай. Да, у меня рядом. Тогда смотри ту сторону, я эту буду. У него, наверное, ни хрена нет. Может быть. Пачкует пусть. Чё-то замолчал он. Какой-то там Санчес, что ли, был? Да, кто-то такой. Он замки там какие-то ставит. Как у него дом 2 на 2, чё он там делает? Ну, у него 2 на 2, но он наверное, стену поставил. Да пусть ставит. Пополам разделил. Да пусть ставит. 75. Йоу, бич, выходи. Йоу, выходи. Че? Неохота, чё-то. Да ладно, ты выходи. Как я могу все время, блин. Да ладно, не ломайся. Ладно, не ломайся. Выходи, я сказал. А или я тихо сказал. Скажите, чё это я, а? А у тебя дверь, потому что не улучшена. Чё ж ты это не улучшил? Чё ж ты это не улучшил? Вот мы тебя сейчас зарядим. У меня всё равно нихера нет. Да мы прёмся, блин. Да дальше деревянные двери не пойдём, не пасть. Мы не пройдём, если бы и хотели. Да. 27. Мы догадываемся, что у тебя ничего нету в доме 2 на 2. Сейчас херак с этим, с пулеметом сидит. Блин, капец. Хоть бы раз дали хоть что-нибудь отстроить, насобирать, вечно заберут. Бля, слушай, это бесполезно отстраиваться, насобираться, все равно придут, блин, вынесут, зарейдят, все отберут. Вообще негодяи просто, не дают играть. Чё, добиваем? Вот там хотя бы фишка. Да нет у нас фишек. Опа. Да, я догадываюсь. Да не, у нас в натуре, да у нас не, есть ракета, но мы не будем тратить ее на твой дом. Чересчур расточительно. Чересчур расточительно. Шкаф-то везде действует. Так нахер выламывали мою первую дверь. Да нахер ты деревянную оставил. Деревянную оставил. Так я как их улучшать-то? Сразу ставлю. Ну выходи, мы тебе покажем как. Так это как улучшать, блин? Из инвентаря железку бы скрафтил, блин, воткнул. Скрафтил, блин, воткнул. Сейчас взломай его. Да и не ставь, и не да ставь дома не рядом с камнем. Дома, рядом потому с что камнем. Тебе на крышу потому все равно с ним залезут с этого камня. Все, мы ушли, можно застраиваться. Да. Ты же сам же сказал, у тебя нечего брать. Ладно, давай, мы побежали дальше. Есть тут дома нормальные где-нибудь? Дома нормальные где-нибудь? В каком-нибудь направлении. В каком-нибудь направлении. Вот слева вот от меня, вот если вот так вот. Справа пляж, слева от меня вот туда. Вон там какая-то деревня есть. Вон, наверное. Поняли. Спасибо. Спасибо. О, а можно с вами? Можно.
Да, мы отбежим, да, специально, ты потом это. Пошел лучше. Пошли. Пошли. Вы же меня убьете, я же знаю. Слушай, говорит. Что с тебя брать-то, блин? Зачем, говорит, вы мой дверь сломали? Деревянную. Зачем? Он что, наверное, про тот вон дом говорил, смотри, там здоровый. Оу, это вынесен. Что думаешь, выйдет, нет? Да выйдет, конечно. Вон там дальше дом какой-то еще есть. На берегу вон что-то еще стоит. А, шкаф бьет, я думал, шкаф бить не будет. Заряжено. Наверное, ресурсов. А, он же гид прописал, ему дали только на одну дверь, правильно? Конечно. Ну, а вон дом, смотри, стоит, вон. Где? Вон. Слева на горе, что ли? Да-да-да, помнишь, мы оттуда бежали? Не помню, но, наверное. Там еще кто-то айер вызывал. Ты говоришь, он спрятался куда-то. За камень. Вон этот дом и стоит. А, ну да-да-да. Блин, жалко, у него та дверь оказалась железная, да? Была бы деревянная, сейчас бы мы его мучили. Уходите. До конца, да. Грязные подоскухи. Пойдем глянем, если что, базуку принесу, сгоняю. Да, у него крыши, кстати, нет. Вижу. Дай посмотрим, может, шкаф можно будет воткнуть. Можно тебя с прыжка на балкон закинуть? Без понятия. Дай попробуем. Здесь реально подсадиться. Давай вот здесь вот. Вот сюда встань. Во. Стой. Ага. Черт. Высоко. А кто стрелял сейчас? Не знаю. Вон, вон, бич, бич, бич! Слева, с луком, пошли, 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 пошли. Рядом с РТ-хой куда не могу. Еще, еще, еще. Вон он, вон он, вон он, вон он. Вон он, вон он. Черт, мимо. Два раза попал в него. Он лечится. Вижу. А что он не падает? В кусты вот. Забежал. Погнул. Револьвер бери. Взял револьвер, у меня лук сломался. Он где, в кустах? Или убежал? Да. Он сзади. В кустах. Ага. Улегся. Ты его убил. Да, вот он. Где он? А все, я его шмонаю. А я думал, в этих кустах. У него скоростные стрелы есть. Вижу. О, шмоточки. 65 обычных стрел, смотри. Я его лук заберу, мой. Бери, трофей. Мой почивал долго жить, его заберу, блин. А я шмотки хочу себя забрать. Я штаны уже забрал поздно. Ах ты скотина, у него арбалет есть? Бери арбалет. Опа, это кто в меня? Я бич, не знаю. Бич, бич, бич! Где? Вот, 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 выходи, выходи, патроны кончились. Лёг он тоже, лёг, вот он. Бичара. Он же может быть? Нет, это другой. 39 косарей камня. Да ладно, блядь. Да. Давай я тебе тогда скидываю, тащи в дом, потом ты. Дай быстрее, мне, дай, как его зовут? Ткань, ткань, бандаж сделал, я сейчас духну. Да на, вон на бандаж, все, я тебе ткань тоже кинул. Быстрее, быстрее, бандаж-то мне не кинул. На тебе, блин, шприц, ёпта. Давай заебал. Быстрее, быстрее, быстрее. 7 хп. Бич! Не вижу. Вижу. Давай, 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 давай. Зажимаем. Вон он, вижу. Копье взял. Это я косой. Я не вижу, где он. Вот он, ай-яй-яй. С луком, с луком, с луком, с луком. Ты где? Прыгни. Я тут, рядом. Прыгни. Да вот я, блин, перед ним прям. Вот я вдалеке. Он в меня стрелял сейчас. Патроны кончились. Херачиво, херачиво. Патроны кончились. Ой, перезаряжай. Где он? В кустах. Вон он, вон он. Вали его, блин. Что за фигня? Я не могу его, я не могу его убить. Где он? Есть. Вон он. Лег, что ли? Нет, да. Это просто бич. Охренеть. Дай мне бинтов, я сейчас сдохну, значит. На тебе, ткань. Ни хрена себе, откуда они здесь нарисовались? Я не знаю. Слушай, я вообще в него ни разу не попал. Ты это не писал? Я да. А, нормально, блин. Я тебе отвечаю, 43 косарька у меня. У того чувака 39 было. Блин, что, я штаны не успел снять? А вот еще одни штаны, что ты гонишь? Где?
Вон на нем в кустах он валяется в штанах. Я не успел облутать. Вот он лежит, вот он же лежит передо мной, прям перед я дорогой. Я тебя не вижу, ты где? Да перед дорогой, на дорогу выйди. А, вот, вот вижу, вот, вижу. Вот штаны. Вижу. Еее. И на этом все. А пока. Я не успел, тут, короче, бочка была в этом, в кустах. Я начал ее бить, и ты закричал, что бич.